Горяча и бешено. Лобода в мини-бикини сразила на повал. Светлана Лобода решила сделать паузу в напряженном графике и расслабиться. Звезда весь день провела у бассейна. Однако поклонникам расслабиться не удалось. Они разглядывали спортивное тело певицы, облаченное в мини-бикини. Длинные ноги и идеальный пресс Светланы Лободы привели поклонников в восторг. Они наперебой восхищались подтянутой фигурой звезды. «Отдыхать весь день и работать всю ночь», — подписала горячий снимок певица. Артистка задала фанатам непростую задачу. Они пытались определить длину ног артистки. Подсказок Светлана Лобода принципиально не давала. «Ух, какие ноги Света! Только и смог написать фолловер». Его англоязычный коллега сразу перешел к делу. «Какой длины ваши ноги?» «115 сантиметров», — поинтересовался поклонник. Некоторые отметили, что ноги кажутся еще длиннее из-за того, что певица следует совету дочери и встает на носки для фото. «Тропикана женщина, горяча и бешена», — описал один из фолловеров Светлану Лободу словами из песни Меладзе. «Вот я вижу фоточку, а на ней красоточка. Самая идеальная фигура. Но нельзя так выглядеть безупречно», — пишут комментаторы. Публикация фотографии из Инстаграм. Светлана Лобода этим летом много путешествует и дает концерты. В июле певица успела побывать на фестивале «Жара» в Баку, приехать в Москву буквально на день, чтобы посетить концерт «Рамштайн», и снова уехать за границу. Но для прогулок с дочками, 8-летней Евангелиной и годовалой Тильдой, время звезда всегда находит. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Дети отправили доживать на кладбище. Мать героини залила слезами студию Борисова. Провинившийся Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским. Пожалела кофе. Клиент раскрыл чудовищную причину убийства эскорт-лицея в Москве. Любовник Лопыревой развязал войну с бывшей женой за детей. И многое другое.